О том, что безопасность выходит на первый план, шла речь и на встрече президента Беларуси с представителями ОБСЕ. Это крупнейшая в мире региональная организация, цель которой как раз-таки предотвращение конфликтов и урегулирование кризисов. Входят в ОБСЕ 57 государств из Северной Америки, Европы и Центральной Азии. Уже известно, что очередная сессия парламентской ассамблеи организации пройдет в Минске в июле. Александр Лукашенко считает, что это будет шаг для дальнейшего обеспечения региональной стабильности. Вопрос безопасности и сотрудничества как никогда важно и громко звучать сегодня во взаимосвязи. Безопасность и сотрудничество говорит о том, что никакой не может быть безопасности без сотрудничества. Как у нас говорят, если мы волком будем смотреть друг на друга, не будем сотрудничать и будем, как прежде, разговаривать через забор, то никакой безопасности в этом регионе речи быть не может. Мы должны все сделать для того, чтобы обезопасить наш регион. Вы не хуже меня знаете, что происходит в мире. Вы это видите каждый день, прожитый нами. Это день напряженности в международных отношениях. И мы должны с вами ценить наш регион и вашу родину, и мою Беларусь, как безопасные, хорошие страны, где можно спокойно жить, ну и более-менее нормально работать. Поэтому предстоящая парламентская ассамблея должна стать важным шагом для дальнейшего обеспечения стабильности и безопасности на европейском регионе.